start doing evil, it's like a slippery slope. Июля 1997 года произошло одно из самых громких преступлений в мире высокой моды, которое до сих пор вызывает множество споров и теорий. В двух шагах у дверей своего особняка в респектабельном районе Майами-Бич был убит известный итальянский дизайнер Джанни Версаче. Ему было всего 50 лет, он был успешен, его империя высокой моды Версаче задавала тон всей мировой фэшн-индустрии. Впереди у кутюрье было много жизненных планов. Несмотря на то, что полиция быстро вычислила убийцу, молодого американца Эндрю Кьюнинена, имя настоящего заказчика убийства так и осталось неизвестным. Краткая биография Джанни Версаче. Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в живописном портовом городке Реджо де Калибрия, расположенном на южном побережье Италии. Отец Джанни, Антонио Версаче, происходивший из обедневшего дворянского рода, привил сыну любовь к искусству и чтению. Послевоенная Италия не баловала своих граждан работой и достатком. Матери Франческе Версаче приходилось много работать в своем ателье «Франческо Версаче Эль», обеспечивая семью, а отец за небольшое вознаграждение развозил бытовую технику. У трудолюбивых итальянцев постепенно дела шли в гору. Франческо наработала много состоятельных клиенток, а Антонио стал экономистом и консультировал аристократические семейства Италии. Помимо Джанни, в семье подрастали его старший брат Санто и младшие сестры Донателло и Флорентино. Флорентино, или как ее называли дома Тина, умерла еще в подростковом возрасте из-за инфекционного заболевания. Джанни страдал от недостатка внимания мамы, так как большая часть ее внимания доставалась старшему сыну Санто. Заполнить эту пустоту мальчик старался минутами, проведенными вместе с матерью в семейной лавке. «Вокруг меня были платья, платья, платья», — говорил он, вспоминая о первых детских годах, проведенных рядом с матерью. Джанни завораживала одежда, которую конструировала мать, и сам процесс ее создания. С ранних лет развешивать наряды и подбирать аксессуары к ним матери помогал именно маленький Версаче. В памяти мальчика остались яркие воспоминания от многочисленных примерок и подгонок тканей на обнаженных женских телах умелой маминой рукой. Этот момент он запомнит на всю жизнь. Эскизы были для меня как шпаргалка. Так, для памяти. Благодаря матери я понял, насколько важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женского тела. Он часто мечтал о том, чтобы и ему мама оказывала столько же внимания, сколько своим посетительницам. Джанни приходил в восторг, видя, как, казалось бы, незначительные детали меняют вид целого наряда. Вскоре Джанни умел не только аккуратно развешивать одежду, но и начал разбираться в особенностях кроя и тканей. В 9 лет директор школы вызвал к себе родителей мальчика, заметив у него рисунки Джины Лолобриджиды и Софи Лоренс с пышной грудью и в откровенных вечерних туалетах. Преподаватели приписали ученику наличие сексуального интереса к взрослым женщинам, но вопреки беспокойству директора школы, Джанни вовсе не интересовался сексуальными тайнами взрослого мира. Он воспринимал женские силуэты как моделей, которых ему хотелось обнять сказочными нарядами. В это же время ребенок сшил свой первый наряд – платье, подбитое бархатом. Помимо платьев, юного Версаче привлекало рисование. Родители даже прочили сыну карьеру архитектора. Молодой человек, окончив школу, поступил в институт на архитектурный факультет, однако вскоре понял, что эта специальность не приносит творческого удовлетворения. К тому же мать Джанни настаивала на том, чтобы сын помогал работать в семейном магазине. Так он бросил институт и сосредоточился на помощи матери. До 25 лет Джанни Версаче работал в семейном магазине. Молодой человек постоянно придумывал новые образы, помогал покупательницам подбирать комплекты одежды и постигал тонкости мастерства модельера. Слава о молодом и талантливом дизайнере стала распространяться намного дальше родного города. Я думаю, что ответственность дизайнера – рвать оковы и идти против правил. В этой цитате Джанни Версаче емкое описание завоевания им модной индустрии. Приглашение в Милан. В 1970 году один богатый и предприимчивый бизнесмен из Милана Энцо Никозеа, владелец марки Florentine Flowers, приглашает на работу подающего надежды Джанни Версаче. Предприниматель предложил 25-летнему Версаче оставить семейное дело и перебраться в Милан. Ни минуты не сомневаясь,
Джанни соглашается. Молодой дизайнер за несколько дней помог Энса сметать новую коллекцию, презентация которой прошла с большим успехом. За эту работу Джанни был награжден первым авто марки Volkswagen без верха. На следующий день Versace проснулся знаменитым. Но он не спешил заключать долгосрочные контракты, так как уже задумался о собственном бренде одежды. Молодой человек разъезжал по Италии, набирался опыта, организовывал показы и помогал работодателям в подготовке коллекций. Коллекция Versace придумывает на ходу. Он становится выездным помощником, сотрудничает с магазином Santa Margherita, домом моды Complice, популярными марками одежды Jenny, Mario Valentino и Callaghan. Его просто разрывали на части, и имя модельера на лейблах одежды стало гарантией качества и эксклюзивности. Модельер не уставал рождать новые идеи и фасоны, зарабатывая деньги и славу своим партнерам, но начал мечтать о собственном доме моды. Эра Versace. В 1976 году мечта о создании собственного бренда одежды исполняется. Джанни совместно с братом Санта регистрирует компанию Gianni Versace SPA. Санта взял полную ответственность за финансовые дела брата, тем самым предоставив полную свободу для творчества. Первый показ коллекции от Versace состоялся 28 марта 1978 года. Местом проведения зрелищного шоу стал дворец Палаццо Делла Перманенте. GV в Versace здесь и сейчас. Абсолютная экстравагантность. Реклама в популярнейшем Harper's Bazaar в июле 1977 года открыла эру Versace. Сидящие в первом ряду надевали солнечные очки, чтобы защитить глаза от этого яркого великолепия. «Какой наряд лучше? Невозможно было решить», — говорит Вики Вуд из английского Harper's and Queens о первых шоу Versace. А за кулисами между богинями-манекенщицами метался сам кутюрье, поправлял оперение, нежно обнимал, прижимал к груди, благословляя воплями исступленного восторга. «Белла, беллиссима, пью белла». В качестве символа своего бренда Джанни выбрал голову медузы Горгоны. Медуза, как считал модельер, являла собой синтез красоты и простоты, которая парализует и, возможно, даже гипнотизирует. Когда люди смотрят на Versace, они должны чувствовать ужас и окаменение, точно так же, как когда они смотрят в глаза медузы, говорил Джанни. Дебютную коллекцию приняли с восторгом как модники, так и критики. В 1979 году модельер Джанни Версачи представляет первый бутик в районе Милана – Виа Делла Спига и запускает новую линейку мужской одежды. В 1981 году Джанни и Санта приняли решение привлечь к делам Версачи сестру Донателло. Она берет на себя связи с общественностью, рекламные акции, фотосъемки и имидж организации. 80-е можно по праву назвать временем расцвета Версачи. Джанни поражал публику все более откровенными и броскими нарядами. Санта успешно находил финансирование для реализации самых смелых проектов, а Донателло запускала рекламные кампании, каждая из которых делала бренд все более известным и востребованным. Джанни успешно сочетал элементы, совмещение которых ранее считалось немыслимым, и активно внедрял инновационные технологии. Он в числе первых начал применять запаивание швов с помощью лазера и нанесение принтов на ткань посредством компьютера. Прогрессивный модельер утверждал, что высокая мода – это единственный вид искусства, который использует в своем развитии технологические процессы, но при этом остается самим собой. «Если бы мне завтра пришлось проектировать неудачную коллекцию, меня бы это ничуть не обеспокоило, я не обращаю особого внимания на критиков. Одни говорят, что Versace гений, другие говорят, что у Versace нет таланта. Но я не верю ни в то, ни в другое. Я верю в работу каждый день. Я верю в азарт во всем, что делает меня счастливым как человека и как рабочего человека». Также в 1981 году семья Versace выпускает женский цветочно-шипровый аромат Gianni Versace, а в 1986-м создан аромат для мужчин L'Homme. Модный дом расширяет спектр своей деятельности, начинает выпускать не только одежду, аксессуары и парфюм, а еще и авторские предметы интерьера, посуду, мебель, элементы декора. Миру была представлена коллекция посуды и эксклюзивной мебели от дома Versace, разработанных вместе с Розенталь и Versace Home. Запуская линию посуды, Versace отослал несколько ящиков, заполненных фарфором, самому Сильвестру Сталлоне. Набил его комнаты подушками и мебельными тканями, сундуками разнообразной одежды на тысячи и тысячи долларов. То же самое повторил и с Клаудией Шифер. За столь щедрое внимание к собственным персонам первая и вторая с удовольствием и абсолютно бесплатно согласились позировать обнаженными для журналов
прикрывшись исключительно квадратными блюдами от Versace, вспоминала бывшая подруга Сталлоне Джанис Диккенсон. Для своих рекламных кампаний и показов мод в 1980-90-х годах он приглашал самых известных фотографов и моделей. В 1991-м на подиум выходят Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Четыре самые красивые женщины мира, которые ослепительно улыбались и держались за руки. Версаче смог доказать, что свобода и женское единство существуют. Он усиленно формирует культ топ-моделей, выплачивая своим любимым манекенщицам баснословные гонорары и формируя их имидж в качестве суперзвезд массовой культуры. Звездными клиентами дома моды Versace становятся принцесса Диана Уэльская, эпатажная певица Мадонна, актриса Шарлиз Терон, певец Элтон Джон, музыкант Стинг и другие знаменитости. Неожиданно прославила бренд и Элизабет Херли в 1994 году, появившись в теперь уже культовом черном платье с глубоким декольте и боковыми вырезами из золотых булавок под руку с Хью Грантом. То платье, к слову, превратилось символ роскоши 90-х, который активно цитируют современные дизайнеры. Versace смог первым объединить мир моды и музыки, поняв, что кино и сцена работают лучше рекламы. Джанни переосмыслил итальянский барокко и ввел в моду золотые вензеля, первым предложив отказаться от брюк в пользу леггинсов и прославил шпильки. Именно ему обязаны своей популярностью леопардовый принт и цветная кожа. В одном из интервью Versace опрометчиво сказал, что делает одежду для работниц эскорта. Позже ему не раз припоминали эту фразу. Впрочем, факт неоспоримый. Модельер сделал все для того, чтобы сексуальность на грани с пошлостью вошла в моду на долгие годы. Знаменитые коллекции. Collection Miss S&M, 1992 год. Яркая и провокационная коллекция, посвященная тематике BDSM. В центре внимания кожаные корсеты, леггинсы, плащи, ремни и портупеи. После показа на модный дом Versace обрушился шквал критики. Джанни обвиняли в непристойности и эксплуатации женского тела. Однако дизайнер не обращал внимания на эти отзывы. Он стремился расширить границы привычного и создать новое эпатажное направление в моде. Spring, 1995 год. Одна из знаковых коллекций бренда, которая ознаменовала собой отступление эпохи гранжа и возвращение культа тела. Джанни предоставил новое прочтение ретро-эстетики, чувственные корсеты, заниженная талия и платье со шнуровкой. Ателье Versace Fall, 1997 год. Последняя коллекция Джанни Versace. В 1997 году неожиданно сменился его стиль, ушли агрессивность и чувственный романтизм. Модельер предоставил публике кашемировые кардиганы, яркие, но аккуратные рубашки и умеренные вырезы. Эта одежда подходила не только топ-моделям, но и работающим женщинам. Сам дизайнер об этом показе отзывался так: «Я больше погружаюсь в реальность вещей, пора отступить и показать одежду». Наряды от Versace украсили множество шоу, фильмов и театральных постановок. В качестве художника по костюмам он принял участие в создании сериала «Полиция Майами», балета Штрауса «Легенда об Иосифе», оперы Доницетти «Дон Паскуале». Коллеги модельеров вспоминали, что Джанни работал скрупулезно и не упускал ни малейшей детали. Он любил искусство во всех его проявлениях и заботился о том, чтобы все выглядело идеально. За вклад в развитие кино и театра Джанни был награжден серебряной маской. Собственные средства модельер также вкладывал в искусство. В его обширной коллекции были картины, работы Пикассо, Шагала, Кандинского и других мастеров, чьи полотна стоят миллионы долларов и представляют собой культурное достояние мира. В 1994 году у модельера обнаруживают рак внутреннего уха, и он на 2 года выпадает из мира моды. Модный дом в это время представляла Донателло. За полгода до убийства Джанни возвращается в компанию, несмотря на последствия химиотерапии. Он выводит компанию на 3-е место по продажам в мире после Пьера Кардена и Джорджо Армани. В период борьбы с раком Джанни завещал половину своего бизнеса племяннице Аллегре, а произведения искусства достались племяннику Даниэлу. Истинное лицо любви. Личная жизнь модельера была не менее насыщена. Несмотря на то, что Джанни с самого рождения окружали обнаженные женщины, отношения с женским полом у него так и не сложились. Он был гомосексуалистом и не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Есть версии, что на личную жизнь могла повлиять детская травма. Дело в том, что
По пути в школу мальчику приходилось проходить мимо публичного дома, и мать угрожающе показывала кулак сыну, чтобы тот не смел смотреть в сторону борделя. Мальчик слушался, и на всю последующую жизнь для него идеалом женщины стала невинная девушка, к которой нельзя было прикасаться. Первый роман у модельера был с манекенщиком Полом Беком, однако отношения не продлились долго, так как Пол влюбился в сестру Джанни, Донателло, и впоследствии женился на ней. Это событие очень повлияло на отношения брата и сестры. Они прекратили общение на один год. 21 октября 1990 года в опере Сан-Франциско состоялась премьера «Каприччо» Рихарда Штрауса и костюмов от вечно шокирующего достопочтенную публику Версача. Отпраздновать успех Джанни отправился в VIP-гей-клуб «Колоссус». По иронии судьбы, в ту же ночь в числе посетителей заведения был его будущий убийца Эндрю Кьюненен. Немногочисленные посетители заметно нервничали. В какой-то момент открылась дверь и вошел Версаче. Он сам обратил на Эндрю свой взгляд, подошел и, заглянув в его маленькие глаза, спросил: «Озеро Комо, не так ли?» На этом небольшом озере на севере Италии у дизайнера был замечательный дом. Бывал ли там Эндрю – загадка, известно другое. Эндрю не раз принимал участие в сексуальных оргиях прославленного модельера. Однако Версаче предавался любовным утехам в компании Антонио Дамико. Антонио являлся руководителем спортивной одежды модного дома Версаче. Позже Джанни назначил его управлять сетью магазинов Эйнштейн. Иногда они брали с собой какого-нибудь красавца из моделей или гей-клуба и развлекались втроем. Версаче всегда щедро оплачивал свои утехи, и все были довольны. Последние 14 лет своей жизни модельер почти не расставался с этим человеком. На момент смерти Джанни его другу было 38 лет. По опубликованному завещанию миллиардера он получил право пожизненного проживания на любой из его вилл и ежемесячное содержание в 29 тысяч долларов. По официальной версии следствия, убийцей известного модельера признали американца филиппинского происхождения Эндрю Кьюненена. Он родился в семье Марианны Скелачи и Модеста Кьюненена. Их первенец Кристофер родился в августе 1961 года. Вскоре Модеста перевели в госпиталь ВМФ США на окраине Нью-Йорка, где Марианна и родила в 1963 году голубоглазую блондинку Елену. В 1966 году семья переезжает в Ньюпорт, штат Род-Айленд, но тут в полную силу разгорается Вьетнамская война, и Модеста командируют в первую медицинскую роту 1-й дивизии морской пехоты. Десантники-морпехи, штурмовавшие Вьетнамское побережье, крайне нуждались в условиях военных санитаров и медиков для оказания помощи раненым. А Марианна в результате остается одна с двумя маленькими детьми на руках. Брак стал рассыпаться еще до отбытия Модеста во Вьетнам. Он заподозрил жену в неверности, а затем и уверился в этом. В ход пошли кулаки, и Марианна, раньше ни уверенностью, ни крепкой психикой не отличавшаяся, постепенно превращается в женщину, с одной стороны хрупкую и зависимую, а с другой – склонную к пассивной агрессии и манипулированию. Марианна же тем временем опять забеременела. В 1967 году, пока Модеста был прикомандирован к десантным войскам ВМФ во Вьетнаме, на свет появляется Джина. Спустя несколько месяцев семья Кьюнененов покупает свой первый дом в National City, грязном пригороде Сан-Диего, примыкавшем к портовым судоверфям. Через два года, как раз ко времени рождения Эндрю, его отец благополучно возвращается на родину и продолжает службу на базе военно-морского госпиталя в Сан-Диего. Роды Эндрю проходили тяжело, Марианна потеряла много крови, а затем у нее развилась многомесячная послеродовая депрессия, настолько тяжелая, что она даже причесываться самостоятельно была не в состоянии. Три месяца пролежав в больнице, мать за новорожденным Эндрю все это время, естественно, не ухаживала. Это был первый из серии ее тяжелых нервно-психических срывов. Модеста как умел ухаживал за младенцем, который, что удивительно, практически никогда не плакал. В результате этого опыта их с сыном связали невыразимо прочные узы, и мальчик стал явным любимцем отца. Чтобы хоть как-то прокормить четверых маленьких детей и психически больную нетрудоспособную жену, Модеста устраивается на подработку техником-лаборантом на полставки. Эндрю было 3 года, когда Модеста вышел в отставку на полную пенсию, отслужив, как положено, 20 лет в мичманском звании и с мечтой стать биржевым брокером. Продолжая работать по вечерам техником-лаборантом, он возобновляет учебу и успешно получает степень в 1976 году бакалавра, а на следующий год и магистра бизнес-администрирования.
Когда Эндрю было 4 года, Марианна получает отцовское наследство, и семья приобретает дом в местечке Бонита в нескольких милях к востоку от их прежнего места жительства. Калифорнийское ранчо с тремя спальнями в приличном пригороде для среднего класса и хорошими школами под боком. Большой шаг вперед и вверх по социальной лестнице. Эндрю был красивым, талантливым мальчиком, заметно опережавшим в развитии своих сверстников. Милейший ребенок, унаследовавший лучшие черты отца и матери, смугловатый, густобровый брюнет с огромными карими глазами. Внешне совсем похож на филиппинца, а сам он в школе о своих этнических корнях никому не рассказывает. В начальной школе он проявляет себя как яркий и пышущий счастьем экстраверт. Родители считают его вундеркиндом. По семейным преданиям, к 7 годам Эндрю прочел Библию от корки до корки и воспроизводил наизусть целые статьи из энциклопедии. К чтению мальчик пристрастился очень рано и нашел себе в нем убежище от окружающей действительности, в особенности от семейных склок. Учитывая райский климат Бониты, большинство детей круглый год проводили на улице, гоняя на велосипедах, играя в баночку или бейсбол и ловя ящериц по окрестным лощинам. Но только не Эндрю. Он предпочитал сидеть дома при матери, читая энциклопедию или глядя в телевизор. Скотт Ульрих, сосед Кьюнанен, вспоминает, как в детстве они с ребятами попытались выманить Эндрю на улицу, игроков в команде не хватало. Эндрю появился было в дверях, но мать тут же уволокла его обратно. Не исключено, что Марианна считала соседских детей и их забавы слишком грубыми. Не подпуская к ним Эндрю, держа его постоянно при себе, наряжая как куклу и сдувая с него пылинки, мать способствовала формированию личности с ощущением собственного превосходства над окружающими. А вот это отец Эндрю как раз-таки только поощрял. Благодаря отцу Эндрю с раннего детства привык одеваться в дорогие костюмы и стильную, элегантную, строгую одежду и выглядел в ней значительно серьезнее и солиднее большинства его сверстников. Ему нравилось, что на него все вокруг обращают внимание. Он был очень шумным мальчиком и очень гиперактивным, вспоминает Чарли Томпсон. В школьном автобусе Эндрю обычно садился сзади и громогласно вещал оттуда что-нибудь на весь салон, так что все остальные дети волей-неволей оборачивались взглянуть на него. Он подражал отцовской браваде, но это отнюдь не всегда означало, что он чувствует себя уверенно и в безопасности. В средней школе Бонита Виста Джуниор Хай, где учатся дети с 7 по 9 классы, Эндрю был зачислен в программу для особо одаренных. Для того, чтобы туда попасть, нужно было продемонстрировать IQ не ниже 132. При выпуске из начальной школы Sunnyside Эндрю набрал по результатам тестирования 147 баллов. Рос он под опекой матери в строго католической обстановке, но евангельские послания Эндрю воспринимал неоднозначно. Если он действительно особенный и стоит выше всех, то, вероятно, и 10 заповедей ему не указ. Из-за постоянных конфликтов родителей, домашняя атмосфера была для Эндрю суровым испытанием. Одаривая вниманием, отец и мать одновременно взвалили на сына непомерный моральный и эмоциональный груз. Эндрю был призван осуществить все несбывшиеся мечтания своих несчастливых в браке родителей. Чтобы оправдать их ожидания, Эндрю нужно было непременно стать или священником, или богатым светским львом, вот только необходимых для этого ресурсов у него не имелось. В школьные годы приходится тщательно утаивать многие собственные секреты. Список его маленьких тайн начинался с его происхождения от расово-смешанного брака, ведь в 70-х годах и в том сообществе, где рос Эндрю, это воспринималось не так же легко, как и сейчас. Стеснялся он и психологической болезни матери, и вспыльчивости непредсказуемого отца, жестоко с нею обращавшегося. Впрочем, в той или иной мере от нездоровых отношений между родителями пострадали все 4 детей. Кому-то из них приходилось бороться с нарушениями пищевого поведения, кому-то избавляться от пристрастия к психоактивным веществам. Бывали в семье и случаи шантажа близких угрозами суицида. Эндрю же демонстрировал все признаки нарциссизма. Корни рисков, угрожающих детям из подобных семей, залегают очень глубоко. Перетягивая детей каждый на свою сторону и стремясь заполучить их в верные союзники, родители тем самым прививают им чувство собственной значимости, и дети начинают считать себя неотразимыми и всевластными. Вот только переварить психоэмоционально все те чувства, которые порождает подобная интимная близость с родителями, а она ведь может включать и элементы соблазнения и развращения, и тут даже не важно, с оттенком сексуальности или без него, детская психика не способна. И заканчивается все тем, что они начинают изо всех сил подавлять в себе, пряча как можно глубже целый клубок смешанных чувств – вины, страха, гнева, во избежание их проявления. Поднаторев в подавлении негативных эмоций, дети перестают считать их всплески чем-то из ряда вон выходящим и особо значимым. На месте живых чувств
остаются лишь пустота и холодная уверенность в себе, подкрепленная идеей, что твой имидж важнее всяких чувств. Взрыв же происходит много позже, когда ребенок сталкивается с неспособностью обернуть все по-своему и любым путем добиться своего. Его имидж рассыпается в прах, и вот тогда на мир извергается весь неимоверный запас, долго копившийся в ребенке ярости. Так как Эндрю обладал высоким IQ, его мама решила отправить сына в престижную епископскую школу. Это независимая полная средняя школа, названная так в честь епископа Лос-Анджелесской епархии епископальной церкви Джозефа Ф. Джонсона, организовавшего сбор пожертвований на ее строительство. Поступление в епископскую школу изменило жизнь Эндрю самым фундаментальным образом. Он оказался в среде успеха и роскоши, способный вдохновить целеустремленных поучиться у других умению воплощать в жизнь кое-что из своих мечтаний. Но Эндрю с детства привык получать все от жизни даром, а не трудом, и вместо благодарности судьбе затаил на нее обиду. Эндрю тайно ревновал одноклассников к их богатству и образу жизни, и от этого раздражителя ему было просто некуда деваться. Внешне Эндрю представал юношей броским и ярким, бойким и непринужденным. В душе же он испытывал глубокую неуверенность в себе, беззащитность и беспокойство относительно того, что о нем думают окружающие. Очень немногие из его новых друзей знали о его филиппинских корнях, и практически никто о наличии у него брата и сестер. Никто из его родных в школе так ни разу и не появился, а чтобы тревога и озабоченность не всплывали на поверхность, он все чаще маскировал их блефом. В последние 2 года учебы в епископской школе круг друзей Эндрю заметно расширился. Он потянулся к более светской тусовке, в которой некоторые ученики употребляли наркотики. Как только Эндрю получил водительские права, он стал задерживаться в городе до глубокой ночи, нередко наведываясь в парк Бальбоа, общеизвестное место сбора гей-тусовки. Но из-за крайне завышенных ожиданий родителей и собственного католического воспитания Эндрю так и не смог заставить себя признаться родным в том, о чем вне дома говорил откровенно, что он гей. В месяц с окончанием Эндрю епископской школы Модеста увольняют с брокерской должности в Crowell, Widom & Company, и семья покатилась в пропасть долгов по кредитам. Джина, сестра Эндрю, числилась в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и в сентябре Эндрю составил ей там компанию, выбрав историю в качестве главного профильного предмета. Модеста был поставлен перед необходимостью тащить на себе тяжкое финансовое бремя обучения в колледже сразу 2 детей. Его положение дел становится все отчаяннее, у него совершенно определенно была привычка жить непосредством. Он постоянно тратил много больше, чем способен был заработать. 19 октября 1987 года случается крах на рынке ценных бумаг, а в июле-августе 1988 года Модеста забирает деньги с несостоявшихся сделок, продает свою машину Альфа-Ромео и подается в бега. Сбежал Модеста Кьюнанон не куда-то, а на родные Филиппины. Семья пыталась не придавать огласке постыдную тайну бегства Модеста, которая обернулась тяжелым усугублением душевного расстройства у Марианны. Она теперь нуждалась в постоянной психиатрической помощи и не единожды пыталась покончить с собой. Семья обреченно плыла по течению. Все эти переживания стали для Эндрю глубочайшим потрясением, ведь вдребезги разбитым оказался образ отца как могучего и надежного защитника. Бегство отца сорвало Эндрю с последнего ненадежного якоря. Неприученный самостоятельно заботиться о себе, он почувствовал себя лишенным всего, и в нем стало стремительно усиливаться чувство неуверенности. На долгий период времени Эндрю замкнулся в себе, перестал общаться с родными и даже забыл о старых друзьях, которые пытались вывести того из длительной депрессии. Также Эндрю столкнулся с конфликтами с матерью, так как до матери дошли слухи о том, что ее горячо любимый сын стал геем и не скрывал своей ориентации от общества. Слово за слово, и темпераментная итальянка прокляла младшего сына и указала ему на дверь. Эндрю хлопнул этой самой дверью и покинул отчий дом, оставив психически больную матушку на попечение своих братьев и сестер. Оставшись без семьи, Эндрю не стал долго горевать, а отправился первым рейсом в Сан-Франциско, где жил один из его первых любовников, финансовое положение которого не устраивало молодого человека, и поэтому Кьюнанен принял решение податься в эскорт и стал заниматься сопровождением богатых и очень влиятельных клиентов. Его услугами пользовались знаменитости, богатеи и даже некоторые политики, которые осыпали его деньгами и всеми благами.
Спустя некоторое время Эндрю стал вхож в высшее общество. Эндрю изо всех сил пытался познакомиться со звездами Голливуда и заполучить хоть какую-нибудь роль, но ни одна из попыток успехом не увенчалась. Эндрю, каждый раз выступавший под новым фальшивым именем, реализовывал свои актерские амбиции в обычной жизни, притворяясь то морским офицером, то богатым наследником владельца плантации где-то на Филиппинах. Позже он действительно снялся в нескольких картинах, но это были фильмы для взрослых, в которых Кьюнанен играл роль сексуального раба. У режиссеров, работавших для БДСМ-сообщества, обаятельный красавчик поначалу был просто на расхват. Однако денег ему явно не хватало, поэтому Эндрю начал приторговывать запрещенными веществами. В конце 1996 года, после того, как богатый бойфренд старшего возраста бросил его, предположительно, его разозлило нытье юноши по поводу Мерседес. Дела Кьюнанена начали выходить из-под контроля. Он уехал из Калифорнии в апреле 1997 года и купил билет в один конец до Миннеаполиса, где, по его словам, планировал уладить кое-какие дела с двумя друзьями. Эти друзья – Джефф Трейл, ветеран войны в Персидском заливе, в которого Эндрю был влюблен, и Дэвид Мэтсон, успешный архитектор, с которым Эндрю недолго встречался. Дэвид Мэтсон приглашает всех друзей на ужин, в том числе и Кьюнанена. На этом ужине присутствует и другой бывший любовник Эндрю, Джеффри Трейл. Что именно там произошло, достоверно неизвестно. Возможно, между ними произошел конфликт на почве того, что двое его любовников, Джеффри Трейл, бывший морской офицер, и Дэвид Мэтсон, архитектор, начали встречаться за его спиной. Его также беспокоил тот факт, что они оба были намного профессиональнее и успешнее его, в то время как Эндрю терпел неудачу. По итогу, конфликт перерастает в драку и убийство. Он забил Трейла насмерть молотком-гвоздодером в квартире Мэтсона и завернул тело в ковер. Самого Мэтсона Эндрю взял в заложники. Затем он разделался и с ним. Тело было обнаружено на восточном берегу озера Раш, недалеко от Раш-Сити, штат Миннесота, 29 апреля 1997 года. Мэтсон скончался от огнестрельного ранения в голову. 4 мая этого же года Эндрю нападает на Ли Миглина, пожилого успешного застройщика в Чикаго. Он был связан клейкой лентой, подвергнут пыткам, ему перерезали горло, а останки переехал его собственный Lexus, который Кьюнанен затем угнал и перемещался на нем. Неизвестно, по какой причине он напал на Миглина. Существовали версии, что Эндрю ранее оказывал ему услуги сексуального характера, но жена усопшего эту версию всячески отвергает. 9 мая, потерявший над собой контроль Эндрю, нападает на смотрителя Уильяма Риза в Пеннисвилле, штат Нью-Джерси. Заставляя его отдать ключи от своего грузовика, он заставил Риза отдать ключи от своего грузовика, а затем застрелил его, несмотря на то, что тот подчинился. После он уезжает на захваченной машине, оставив Lexus на месте преступления. В то время как полицейские сфокусировались на поиске грузовика Риза, Кьюнанен 2 месяца находится у них под носом в Майами-Бич, штат Флорида. Прежде чем отправить на тот свет пятую жертву, Эндрю закладывает украденные вещи, используя свое настоящее имя, прекрасно зная, что полиция регулярно проверяет документы в ломбардах в поисках краденого. Все эти 2 месяца Кьюнанен караулил Джанни Версачи у его виллы в Майами. Это довольно фешенебельный район, но Эндрю умудрился не привлечь к себе внимания, даже с учетом того, что его разыскивала полиция, а лицо маньяка красовалось чуть ли не на каждом столбе. Последний день легенды. Саус-Бич – город ночной жизни. Утром 15 июля 1997 года его улицы оказались пустынными и тихими, а чистое небо предвещало погожий день. Примерно в половине 9-го из виллы Версача вышел ее хозяин. Он начал утро как обычно, позавтракал и отправился покупать свежую прессу в Ньюс-кафе. В кафе Джанни выпил чашечку кофе и купил множество журналов – People, The New Yorker, Vogue, Entertainment Weekly и испанский Newsweek. Неспешным шагом он пошел обратно по самой богемной улице в Майами – Ocean Drive. Модельер уже был около своего шикарного особняка Casa Casuarina, когда его настиг Эндрю Кьюнанен, одетый в темного цвета шорты и светлую майку. На голове у мужчины была бейсболка, а на ногах – теннисные туфли. Джанни Версачи поднялся по ступенькам калитки виллы, вставил ключ в железную дверь и хотел ее открыть. Поднявшийся вслед за ним Кьюнанен вдруг поднес к голове дизайнера оружие и выстрелил. Джанни упал на розовые ступеньки особняка. Киллер еще раз выстрелил в голову упавшей жертвы, сошел со ступенек, убрал пистолет в мешок и направился вниз по Ocean Drive. Там мужчина закрылся в пикапе угнанного у сторожа кладбища «Шевроле» красного цвета, поменял одежду и, бросив автомобиль, ушел пешком. Выстрелы рядом с домом
встревожили находившегося там друга и любовника модельера Антонио де Амико. Он выбежал на улицу и закричал, увидев своего партнера в луже крови. Вызванная карета скорой помощи доставила Версаче в ближайший госпиталь, но пострадавшего было уже не спасти. Он скончался на операционном столе в возрасте 50 лет. Эндрю Кьюнанену удалось скрыться. 23 июля 1997 года, менее чем через две недели после убийства Версаче, его тело было найдено в плавучем доме недалеко от Майами-Бич. Эндрю выстрелил себе в голову из того же пистолета, из которого были убиты три его жертвы, включая Версаче. Самоубийство Кьюнанена положило конец общенациональной охоте на этого человека. Версии и мотивы убийства. Версия – месть за ВИЧ. 1990-е – разгар эпидемии ВИЧ. По словам друзей Кьюнанена, он был уверен, что заражен, и убивал тех, кто мог быть виновником этого. Эту версию поддерживает и американская история преступлений. Второй сезон данного сериала был посвящен смерти модельера. Как именно обстояло дело доподлинно, неизвестно до сих пор. Вскрытие тела Кьюнанена показало, что вируса у него не было. Что касается Джанни Версаче, его близкие отрицают связь с Эндрю и запретили публиковать результаты посмертной медицинской экспертизы, что наводит на некоторые подозрения. Версия происки итальянской мафии. Наиболее популярной стала версия о том, что модельера убила мафия, а труп Кьюнанена был просто подкинут, чтобы правоохранительные органы закрыли дело и не стали копать дальше. Дело в том, что еще в начале 90-х в Америке разразился скандал, суть которого заключалась в том, что некоторые модные дома отмывают деньги организованной преступности. В числе прочих назывался и дом Версаче. Сам модельер эти слухи напрочь отрицал, а серьезных доказательств о причастности модного дома Версаче к мафии никто так и не нашел. Но все не так просто. Дело в том, что сам Джанни Версаче занимался лишь творческой составляющей своей компании, имеющей сотни отделений по всему миру. А вот с коммерческими делами разбирались его брат и сестра. Примерно в 1996 году по всему миру стали появляться тысячи подделок под маркой Versace. Только после этого Джанни заинтересовался коммерческими делами своего модного дома. По некоторым сведениям, Versace даже обращался в крупное частное сыскное агентство. Вполне возможно, сыщики сумели накопать нечто такое, отчего Версаче стал опасен, и его решили убить. Но фигуру такого порядка, как Версаче, убрать с пути непросто. Не потому, что его так уж хорошо охраняли, как раз наоборот, а потому, что расследовать убийство будут очень тщательно. Вот и выбрали на роль убийцы гомосексуалиста Кьюнанена, настроили против Джанни и отправили убивать. Версия – диссоциативное расстройство личности. Как отмечают специалисты, для диагностирования антисоциального расстройства личности необходимо, кроме общих критериев расстройства личности, наличие трех или более из ниже перечисленных особенностей. Ложь и лицемерие. Будучи подростком, Кьюнанен постоянно лгал своим сверстникам, рассказывая о своем якобы королевском происхождении. Интеллект, молодость и впечатляющая внешность помогали ему легко выдавать лживые факты за истину и тем самым легко манипулировать людьми. Эгоцентричность и безразличие. Возможно, главным его мотивом была обычная зависть. Двое его убитых друзей были успешными профессионалами, в отличие от Эндрю. Их семьи смирились с нетрадиционной ориентацией своих сыновей. Кьюнану в этом смысле тоже не повезло. Образ Версаче был и вовсе несбыточной мечтой для него, богатый и известный на весь мир модельер, икона гей-сообщества. По мнению психиатров, Кьюнанен убивал по двум причинам. Либо ему нужно было что-то от жертвы, смотритель кладбища был убит из-за грузовика, либо потому, что он хотел стать этим человеком. Агрессивность, которая может перетекать в насилие. Когда глубоко верующая мать узнала о нетрадиционной ориентации сына, между ними разгорелся скандал. Мисс Кьюнанен получила вывих плеча от сильного удара об стену. Это стало первым случаем проявления физического насилия со стороны Кьюнанена. Тут же необходимо упомянуть и то, какими способами он убивал некоторых своих жертв. Своего бывшего друга убийца забил 30 ударами молотком, а на теле бизнесмена Ли Миглина были найдены следы многочисленных пыток. Отсутствие постоянной работы и неспособность выполнять финансовые обязательства. Друзья Эндрю рассказывали, что тот начал заводить отношения с богатыми взрослыми мужчинами, которые содержали его финансово и оплачивали ему поездки по всему миру. Один из его партнеров выплачивал ему ежемесячно несколько тысяч долларов, купил машину и дал доступ ко всем своим кредитным картам. В этот период Эндрю жил жизнью богатого и знаменитого человека. Живя в многомиллионном особняке и путешествуя по Европе, он посещал все светские мероприятия так, будто бы приходил туда в последний раз. Когда отношения с богатым партнером расстроились, он потерял все – статус, богатство, признание –
Многие эксперты считают, что именно этот переломный момент стал триггером для проявления личностного расстройства, вернее, самых крайних его черт. Он был уже не Эндрю мальчиком по вызову, а Эндрю Кьюнаном серийным убийцей. Импульсивность или неспособность планировать заранее. Импульсивность Кьюнана часто проявлялась в стремлении стать частью высших слоев общества. Богатство, признание, слава, он всегда считал, что по праву все это заслужил, но не добившись ни одной из своих целей, решил пойти по другому пути славы, унести жизнь того, кто всего этого добился. Версия: Джанни подстроил собственное убийство. 1993 год для Джанни стал не очень благоприятен на новости. У него обнаружили рак уха, он плохо переносил перелеты, страдал от головных болей. По некоторым источникам, у него также был обнаружен ВИЧ. В перерывах между монотонной работой Версачи делал химиотерапию, о которой мало кому было известно, ведь это сильнейшим образом могло повлиять на факт развития бизнеса. Будучи всемирно известным кутюрье, Версачи очень любил шоу, поэтому вполне мог подстроить и собственное убийство. За несколько дней до смерти он провел невероятный показ своей последней коллекции в Париже. Те, кто были на этом мероприятии, сообщили, что Джанни выглядел и улыбался так, словно знал, что его ждет скорая смерть. Эта теория также подкрепляется и тем, что в день убийства кутюрье его дом не находился под охраной, а рядом с ним не было телохранителя. Произошедшее быстро расследовали и закрыли дело, признав виновным Эндрю Кьюнана. А Донателло Версаче заплатила всем, кто хотел продолжить расследование таинственной гибели величайшего кутюрье. Модельера похоронили около озера Комо в саду четырехэтажного желтого особняка Вилла Фонтанелла. Торжественную церемонию прощания организовали в Дуомо ди Милано, кафедральный собор в Милане. Похороны Джанни Версачи собрали больше 2000 персон. Сестра Джанни, Донателло Версачи, произнесла на похоронах брата. Его энергия была так сильна, что только ружье могло остановить его. Но пуля не может убить его дух. Уникальный талант Джанни Версачи в сочетании с его южным темпераментом и неотразимым шармом помогли ему взобраться на вершину славы и добиться высочайших успехов в мире моды прошлого столетия. Однако удача – натура переменчивая, и солнечным июльским утром в Саус-Бич она навсегда отвернулась от великого дизайнера.